Так, ребят, это видео будет без звука. Так как я сижу в ВТ с ребятами, они не хотят, там, чтобы я полил инфу и так дальше. Вот. На данный момент мы в ЛОА, вторая комната. Вот. Вот первая комната, вон там выход. Вот вторая. Мы таскаем мобов со второй комнаты, с полем. На Авадон. У нас в паке уже фул Авадон сет, вот он на СХ. Сегодня будет еще два Авадона. Свою бижу я дал на танка. Кто там будет в комментах писать, да? Вы заебали, блядь. Кто там будет? Ёп. Ебать, я чуть не обосрался, нахуй. Поверни спинка ее, слышь? Фу, ну нахуй, есть этот глум. Фу, кровавая лента следующая. Нагревает. Да похуй, блядь. Ну его нахуй. Сука, вы как начали пулять, блядь. А, блядь, солдат, алло. Ассист. Что такое? Шлем! Ебать! Нихуя себе! Да, БВ шлем. Ебать! А с кого? Слышь, с кого он упал? С Банши? Ха! Ебать, вот это топ нахуй. Ебать же он стоит нахуй. Это пиздец. Значит так, ребят, результаты за 14 октября. Ну, уже 15 началось, мы будем всю ночь топить. Я не знаю, какой будет результат, но я думаю, у меня все маги в паке будут уже одеты в Авадоне. Сегодня с утра. И если фейлов, Авадона не будет. Вот, скорее всего. Вот, примерно... Это нормально. Примерно вот такая обстановочка, да? Топим мы в ЛА, но мы топим не левел. Так, это, глазик первый. Ну, не глазик, а шарик, ебаный. Так, глум прошел. Поехали. Цегля, как влетает в него. Так что, ребята, паки через некров могут качаться как луки, и это будет еще намного быстрее, да? Ну, то есть, если на паре как не будет возможности кача, да, тут? В начале. Это пиздец. Луком сюда еще не суваться хуй знает сколько. А, как видите, маги уже могут качаться в ЛОА. Но смысла нет, так как штраф на левел. Вот. Мы чисто ради спойла тут. Бля, не достаю я, слышь. Вот. Результаты, бля, хуй знает. 52 левел лапаю я. С этого дона один. Ебать, ебать! О! Сука. Слушай, их надо реально спойлить, если там БВ, бля, с ними лупится. Это вообще жесть. Бля, голова чешется, не мылся 2 месяца уже, блядь. Нахуя? Ты взгляд, как ты в соло лупишь. Я заливку просто пересажал. Ой, блядь. Нахуя? 9-й. Нихуя себе, он еще и плюс 3-й?
Лол. Давай, поехали. Бля, какая разница? Я что-то разницу не заметил. Хуй знает. 1064? Ну ты СХ, бля. Короче, вот такой вот качек ЕВА. Ой, боже, блядь, какой нахуй ЕВА? Что-то я туплю. Влад, такой вот качек. Это уже третий видосик было. Так что. Вот. Спой хороший вообще. Ну, хотите, могу еще постримить. Ну, как постримить? Поснимать видосик. Я еще, наверное, запишу чуть. До перекура. Где Канорис? Нет, я не вижу. Чат? Он нам поможет? Он сейчас, блядь, поможет нам. Я Канорикса не вижу. План, да. Да, давай попробуем. Ах. Глум зашел. Поехали. Пом 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 в два мага на КДЛах. Здесь стоится совсем изи. Вообще, как видите, совсем изи. То есть вы берете своего друга, садите на танка. Он нагревает хорошо моба. Ну, достаточно двух раз. Два раза крутит агр. И все. И вы просто в одного человека с двумя заливками убиваете, блядь, и качаетесь трио. Трио в лоа здесь. Это изи. Можете еще взять спойла вчетвером. Это будет еще спойл. Изи совсем, блядь. Я хуй знает. Давай банши и башим, блядь. Глум прошел, да? Ух, ебать. Видел, повернулась? Сука. Жесть. Блядь, он стоп сказал. Сука. Ебать, как назвать банши? Пиздося, курунька, тарапунька или шмалендра? Я ж стыцко. Так, ладно, 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 и вас это ласк, все хорошо. Ой, курунька, успокойся. Да нету его, тут я хуй знает. Он просто может в луа где-то. И так, типа, ну. И у меня нет. Поехали, блин. Зашел. Вон. А, у меня нет. Да и хуй сняли. Ты свой с нахуй не нужен. Чё там, нагрел? Все, поехал. Прошел. Как видите, самого себя я заливаю, мне хватает заливки, то есть, блядь. Заливка полная, то есть достаточно даже одной заливки на каждого человека и тут стоять на КДЛ. Ну, максимум две. Вот. То есть ШЕ и Е, все. ШЕ для эмпа и плюс залив. Блядь, видите, я даже переливаю. Пум-пум-пум.
Почему дал сейчас я на СХ посох? Потому что у него эм-атаки больше. И профитнее будет, чтобы он сейчас стоял с посохом. Бля, он тоже на КДЛ. Посох мертвеца плюс 3. Бля, разница ощутима. Бля, винт, ты чё? Сейчас кираса зубе. Вот такой вот, в принципе, спойл в ЛОА. Вы примерно увидели, да, в чатике, в систем чатике. Примерно увидели, как и что. Совсем изи. Не буду делать слишком длинное видео. Ребята, я просто туплю, потому что у меня наушники говорят, а вам это не слышно. Вот такая вот хуйня. Давайте последний моб. Так он же заспойлен. Или... А, это стебель, да. Насколько? Слышь, план-то надо первым. Алло. Или да, давай волну. Бля. Вытаскивай его нахуй туда. Так ты убегай далеко. Слышь? Беги сюда! У него рендж! Так а что? Ты что, не можешь его увезти оттуда нахуй? Убивай. Пещерный, что там у тебя? С пещерным. Все. Не, сколько? Сколько? Охуеть. Лол. Для кач. Да. Вчера погода хорошая. Тут ребята обсуждают, типа, почему спойл вчера был охуенный, сегодня нет. Хуй знает, посмотрим. Вчера мы на 3 пака фармили, сегодня на 2 пака. Вчера пак Бэкса, Бэкс и Шиешка были, ну Бэкс один был, Ребелионы и мы. 3 пака мы все делили. Бля, нормально. Сегодня же... А мы сможем, слышь, Винт, мы сможем сегодня ночью все это крафтануть? Что там у нас вообще? Не, если реться будут. Бля, да он заебал. Отводи, наверное. Да потом разберешься со своими лямами, нахуй. Главное сейчас крафтануть все на пак, потом будешь уже долги отдавать.
Ой, блядь. Хотя хуй с ним. Это будет как маленький стрим для вас, что ли. Вот, лупану пару часиков. В принципе, может будет что-то интересненькое. Ассист. Я не слышал, что... Я не слышал. Я услышал, что он сказал со спойлером. Так он еще, подожди, он этого не спойлил? Хорошо, без проблем. Да, надо ребафнуться. Бля, где винт? Сливаю, короче, все по хуям. То, блядь, слишком охуевшийся. Яишко чувствуешь, блядь. Почему просаживается? Да, кстати, у меня еще вот, смотрите, что есть, блядь. One million. Охуенная тема. Меня попросили не стримить. Потому что, бля, как охуенно. Ебать же он пахнет. Это ж... Это без глума, короче, он так ходит. Сидис, ты какой лавел? Яд на танке. Я слышу, слышу. Я ж не сливаю. Мы просто до половины сливаем. Черное ожерелье. Охуеть, сука. Кстати, а где куски на БО? Зима. Можно спойлить. Да, есть. Ой, блядь. Да ты шо вообще пошло? Что ты там, станцевал, Сигис? Да-да-да, охуенно. Да я думаю, сейчас тело пойдет нормально. Черт.
конце тоже хорошо. Да. Да, да, да. Бакс вчера перебздел, а не добздел. Ничего, ничего. Так, банши надо первую. Этих просто води. Мы отойдем. В смысле? Лол. Давай, Малрука, да. Поехали. В хайду шла, слышь? Пизда нам. Так, что там? Бля, прикинь реально, чтобы мы бы в хайду ходили. Ну вот, больше, допустим. О, это был бы пиздец. Ну да, и ваншотали. Бэк в спину такой, блядь. Ага. Так. Не проспойлил. А, все. Не, ну банши тоже нормально. Аккуратно просто их надо водить. БВ редкая хуйня. Бля, солдаты вообще что-то, блядь, фейлится нахуй. Everybody move and Pakiso. After her says come on, baby move. Я его не сливаю. Я просто подбиваю его. Быстрее просто будет так, понимаешь? О, я сейчас, кстати, апнусь. Вообще нормально. Глум зашел. Совсем, блядь. Изи. Кстати, надо посмотреть хоть сколько с комбата. В миллипроцентах процентах 4 посмотрел. Бля, глумать уже впадло как-то. Кожаный доспех Авадора. Ку-ку. Кожа. Не то, блядь. Кожа. Да, кстати, в натуре. Мы можем просто разворачиваться и все, блядь. Да, ребята, кто не заметил, КДЛ вообще не фейлится. Бля, ты чё, нахуй? Все?
Солдат что-то мне просто... Хорошо. Бля, чё они не синеют, сука? Да, блядь, что за хуйня? Я в курсе пещер. Хорошо. Опа, кираса вот дом. Щитова дом, сука. Да, блядь, нормально все будет. Че вы с этим? Сейчас, блядь, 90 роб нахуй не спорю. Лол. Нормально все. Я говорю. Распалил, да? Сука. Да, Алинка охуенно заливает себя, пиздец. Разница чувствуется по сравнению с чудиком, понял? Ну, вообще жесть. Да, реально надо чудиков топить до третьего эмпа. Пиздец. Как это сделать, нахуй? Да я жмых топил, главное. Че там? Сука. Я тебе говорю, тут можно качаться пачкой. Относительно. 56-е достаточно, я думаю. Ну, я маму, да. Щит, сука, что за, блядь? Так шо уже лучше, одни щиты, блядь. Чё? Говори. Говори, говори. Вообще заебись. Пом-пом-пом-пом-пом. Нет, тут, конечно, хорошо.
Вот, ребят, вот такие качки, да, типа Лора. Я ничего не говорю. Так вот. Охуеть. Вот, такие... Нормально. Нормально. Короче, всех надо бить, и все. Да, наш пак получается один из первых, кто зашел в ЛОА. Ну, то есть, первое это Автыш. Боже, какой Автыш нахуй. Самые первые сюда зашли это Озони и Фишер. Автыш, Ревенш, боже, кто там еще? А кто тут еще, получается, зашел сюда в ЛОА? Автыш, Ревенш, Озони, Фишер. Cold Twister на Dark Dexter тут вряд ли, блядь. Он же в этой хуйне качается, блядь. На кладбище они, сука, хуярят, бомжи, блядь. Видел сегодня? Ну да. По факту они тут должны тащить изи, да. В два лава. Так, а что за хуйня? А, ясно. Угу. Чё там? Ты их там заспойлил? Да, он жесткий что-то. Солдат. Что-то. Подожди, пассивизм. Пассивизм только. Ебать, они жестко, блядь. Толстые такие, пиздец. Сейчас запечатаны. Ой, нормально. Чё, там кожаная рубаха забей. Охуеть. Блядь, сейчас залью чуть-чуть себя. Без луны вообще. Ебать, они жирные вообще, типа там. Не смотрел, кстати, сегодня. Двенадцать. Ну, нам по 12, нормально. Вообще в порядке. Хуй. Что там? Нет, стой, винт. Винт, стой.
Ясно. Лол. Я сейчас апнусь уже. Я бы ржал, если бы ППшка раньше меня апнулась, блядь. С этими гангами, блядь. Целый день, блядь, воевать. Ой, блядь. Ах, кровавый давай. Да пиздец. Ебать, нищеты. Вошел гул. Типа. Давай, мы успеваем. О, блядь. Фух, я уже думал отхиливаться. Сука. Так. Empower надо. Empower, раскиньте с чудика. Или с тигиски раскинем пауэр, пожалуйста. Тут что-то чудик сидит. Что там? Не, один бью. Ну, кстати, вот как я один бью. Вот смотри, блин, если бы мы с тобой дуо тут качались, смотри-ка. Одной заливки мне вполне достаточно. Видела? Да, я бы ее ночью тащил, она бы садилась на танка, и все. Ну вот, Алина, ты не согласна со мной, что ты на дуо кач? Да, блядь, КДЛ, когда есть танк, похуй на ваншотных мобов, понимаешь? А тут самый профит. Да я сам залезу к ней в пещерку, ебать. Ты шо? О! А, блядь, кираса, сука. Да она знает, что я ебанутый. Нормально все. Она такая же, как я. Счет. У меня тоже стальные яйца. У меня тоже стальные яйца, как у меня. Вот разве... Блять, опять! Сука, это пиздец, что за хуйня? Одни щиты. А вчера с Бэксом как-то похуже было, правда? Вообще. Я хуй знаю. Мне кажется, он нихуя там с СС не наносил дамаги, блядь. Ну так, наносил, типа. Ну, блядь, такое. Так. И что, блядь? Толку на. Ты помнишь, как мобы уходили? Точно так же, блядь. У нас был третий... Слушай, а где он взялся? Его... Блядь! Фух!
Лол. Я не видел, отвечаю. Я бы тебя отхилил. Так, сливаюсь, поводи пока. Сейчас сольюсь быстренько. Подожди чуть-чуть. Да, да, да. Я же говорю, она топ и с остальными яйцами. Вообще. Она будет моим заместителем. Вот так нахуй. Блять, опять на КДЛ сниматься, сука. Да я чё, блять, дурак нахуй, конечно. Бам. О, взрыв трупа сразу выучил. Да, мне главное этот, как он называется, блядь. КДЛ его сейчас. Ну, у меня хватает СП на все. Сейчас. Винт пока соло, блядь. Ебать, наконец-то у меня теперь будет все, блядь, проходить. Ой, блядь, я завтыкал, братан, извини. С этими скиллами. А, подожди, не будет сурендера? Ну, бля, у меня сейчас спер нахуй дохуй еще. Заливаю. Сейчас вкусно. Распалил? Не? Хуй знает. Все, ну, короче, все основное проучил нормально. Сорок четыре минуты видео уже. Ну, ребят, я думаю, блядь, примерно все поняли, левел я апну. Вот так провожу я каждый день свой. Стримить немного неудобно, потому что, блядь, приходят хуесосы, блядь, сливают, еще что-то хуйню страдают, блядь. Да, они там качаются.
Все, ребят. Такой вот стримчик. Стримчик офлайн, блядь.